Приветствую вас, я думаю, что вы сейчас находитесь на взводе. Я думаю, что вы сейчас явно находитесь в состоянии напряжения, агрессии, негатива. Вот, и так далее. И, соответственно, вряд ли вы сейчас будете способны воспринимать какие-то рекомендации адекватным, потому что я думаю, что сначала вам нужно разобрать ваши отношения вообще со своей мамой, в частности. Почему, например, вы живете с ней? Если она вас подавляет, унижает и так далее, то по какой причине вы воспринимаете это на свой счет? Ну, то есть вы так-то вы достаточно взрослый человек, да, чтобы задать вопрос на нашем сайте, вот. То есть нужно вот разобрать эти все моменты. И уже потом, исходя из того, что будет понятно, исходя из тех аспектов, которые будут ясны, уже можно будет давать вам какие-то рекомендации. То есть совершенно не факт, что вам нужно терпеть то, что ваша мама с вами делает, да? Совершенно не факт, что вам нужно терпеть это и не отвечать, значит, ну, маме. Но нужно делать это грамотно, так, чтобы не навредить себе и ей. В первую очередь себе, во вторую очередь ей. Чтобы ваши цели и ваши желания при этом реализовывались. Если же вы будете задавать такие локальные вопросы, связанные, ну, вот, с тем, что ваша мама, значит, называет вас, как-то обзывает и так далее, вот, если вы будете реагировать на всю эту ситуацию вот таким образом, то мне думается, что ничего хорошего из этого не получится. Абсолютно. И, соответственно, в этом случае можно будет говорить о том, что вы так и будете находиться в созависимых отношениях с ней. Вот. Если честно, ваш вопрос мне не совсем понятен. То есть вы говорите: здравствуйте, моя мать продолжает меня обзывать. То есть она, по-видимому, обзывала вас ранее. И
судя по тому, что вы говорите, я полагаю, что вы, значит, судя по тому, что вы говорите, вы обращались уже с этой проблемой, вот. И вам, ну, скорее всего, не помогли, если я правильно понял. Но здесь опять же есть такая тонкость, да, что для того, чтобы помочь вам, именно помочь, нужно разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. А для этого необходим детальный анализ. Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что без этого, без анализа, подробного анализа, невозможно будет вам помочь. Невозможно будет что-то сделать для вас. Ну, такого позитивного. Вот, это реально. Ситуация не изменится и не улучшится, если с ней не работать. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вот так вот вам можно ответить на вопрос. Ваш вопрос сейчас — это позиция жертвы. Посмотрите треугольник Карпмана в интернете. Вот. Вы сейчас находитесь в этой самой позиции. Поэтому нужно сперва выходить из этой позиции, а дальше уже смотреть и решать, какие у вас проблемы и что с этим делать. Вот. А я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Значит, на маму постарайтесь не обращать внимания. Постарайтесь поставить себя на ее место. Вот. Постарайтесь поставить себя на ее место и, собственно говоря, после этого вам станет легче. Если вы не сможете сами этого сделать, то наши специалисты, в том числе и я, смогут вам помочь. Вот. Вот так. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.